Костя. Костя. Мудак. И не говори. Вот есть объект, например. Гер. Нахуй нужен. На кого он идет вообще? На Аркана или на кого там, блядь, он идет? Объект. Лока на Афлика хорошо. А сколько он дает вообще? Есть инфа? Если хотите узнать мое мнение, на Элема тоже подойдет. Ну там дота, если пообновить под последние тики. Вообще ништяк. Ой, у кого-то там шипит. У кого? У меня? Нет, уже отшипел вроде бы это. Короче, смотри, какая фигня. Он дает тебе 121 к силу заклинаний и дополнительно каждые 2 секунды еще 121. Действует это все время 20 секунд, вот и считай. Ну, то есть это... 10 секунд, короче, а плюс, так, короче, 1200 где-то СПД на 18 секунде. Да, но это хуйня на самом деле, это мало. Ну да, не, это завышенное просто, видишь, он набирает потихоньку, набирает и набирает. Да, по сравнению с какой-нибудь... Ну, я бы лучше трубу взял. Короче, ТБЛ, ТБЛ вообще one love. Да, ТБЛ гораздо лучше, чем вот эта вот какаха. Ну, надо, я просто не знаю, сколько у ней, типа, КД на эту тренку. Если так же, блядь, минут, ну, в принципе, тоже нормально. Она как у Воли, по-моему, то же самое. Ну, Воля 30 секунд прокает. А, у ней откат, типа, 30 секунд? Нет, я имею в виду откат тренки. Полторы. 90 секунд. Ну, вот. Полторы минуты. А так, я тупая, делаете, сейчас на перезайду на пленар. У объекта 45, нихуя себе. О, у объекта 45 секунд КД? Так, блядь, нормально. Ну, грибал, само то. Ну, это вообще жестко. Ну, само то, вообще отлично прям. Сука, что-то я хотел, забыл, блядь. Кто доты кидает, тем хорошо объект. Почему? На последние тики доты обновлять. А-а-а. Типа с максимальным эффектом будет? Да. ШПшнику объект заебись, вот кому заебись. Да, ШП охуенно будет. Но опять же, но хотя, блядь, какой-нибудь ТБ лучше. Нынешнему ШП объект парашит. Ну, если ему переделают Т4, то может быть. Я помню, раньше Африки прям на него молились. Он ему нужен был. Я, в общем, это, взятый. Пойду поем, в канальчике ниже посижу, когда начнете. Кто-нибудь спуститесь, спните меня, пожалуйста, ладно? Угу. Спасибо. Ну ладно, иди, давай. Хотел другое предложить. Я на ходу ем. Жестко. Я в какой-то книжке читал, там какая-то раса, блядь, на ходу спаривается. Я все время жду тайми лича ужинала. Потому что со всеми этими рейдами вечером так и не поела нормально. Вот что значит рейдить в двух гильдиях. Угу. Ну хотя бы не в трех. У меня еще десятка, которая не состоит в единой гильдии. А мне тот челик ГМ гильдии, про который ты писала, написал. Что-то он меня спросил, удобно, неудобно играть. Типа, ну я ему расписал. Так и так, говорю, ну, 2-2 работаю. Если, типа, перед выходным ночь, то я могу посидеть там подольше, поиграть. Вот. Не знаю, пока ничего не написал. Что у них совсем, ну, все хуёво? Ну, они прям поздно рейдят. Я у них вчера на собрании сидела в гильдии. Что у них там? Думаю, что дальше либо они уходят уже в более серьезные трейды, либо более расслабленно. Было предложение последнее, слышал, создать 2 25-ки. Одну попроще, вторую пожестче. Обычки? Одну в обычку, вторую в гера, видимо.
Ну, да, это хороший вариант, потому что в обычке у тебя какой-то человек может найтись хороший, который в гере потом приоденешь, немножко он будет показывать. Я, если что, найдутся. Плюс они там куда-то в чат орды куда-нибудь. Ну, почти чат орды. Так, ну-ка, сама пришла, давай глянем. Сова, это хорошо. О, киса. Камни Киса, хуевые. это тоже хорошо. Камни вот эти, которые 23 СПД, зеленый, вот это 15 духов надо заменить. Ничего. А у совы мейнспек рестор или сова? А хуй знает. Это надо у него Старшая спрашивать. Хиловская, я вижу. Есть алхимики с саппортом? Рецептом варить? Вопрос. Вообще, в принципе, ласкающая шея нахуй не нужна. Есть, у меня есть рецепт. Настойки у меня на друиде. Ну, типа, прокнуть может. А что ты хочешь О, сделать? сейчас я сделаю, да. А, ну сейчас я СДК не сделаю, у меня тут не прокает, у меня тут зелье. Да ёбаное приближение камеры, это нахуй. Хули оно так, блядь. Все эти цепи ебаные рассматривать, и мне нахуй не уперлись. Плюсов. А это кто, хукмастер, это кто вообще? Боря бай, АДК, ГДК написано. Ник сменил. А, он только что был в Рюле. Ряда раздел. Так, ну давай, что он здесь? Малефицист остался. Так, что у нас там в Дисе? 23. Пойду позову. А, его позвали уже, наверное, вот зовут. Все, похавал. Не успел. Так. Быстро собрались уроды. Да. Ну ты жри, пока я буду пиздеть. Там, пожри. Это самое. Ой, бля, я тогда еще вниз уйду. Да. Поставь на кнопку или микрофон замутай просто.
минутки три, наверное. Так, сейчас я подумаю, кто будет на РНЖ стоять. Так, два лока, два мага это точно. Две совы это точно, это уже 6 человек. Ну и потом... Хэла и Песа получается 8. И 9 Холи Дринк. Так, как мы сделаем? Мы уберем этого сюда. Так, вместо бидона синтека сюда. Вот. Ой, блять. Что я сделал? От Холи Дринка сюда. А что за хуйня, что он, блядь, не перекидывается? Заебал. Так, все. Еще Песа сюда, наверное. Так, Вадикона сюда. Так. Так. Теперь смотрите. Хантыч. Довакин, ну пока на замене, если ты в дите. На замене в дисе. Значит, 9 человек. Третья, четвертая группа, вы на РНЖ, кроме синтека. Синтек под боссом. Шестым хилом. Так, потом офтанк Holy Drink. Ну, теперь поставим по сторонам вас. Сейчас подождите, с саппортами еще успеем. Так, давайте, значит, запоминайте. Два носка. Эй, я вы тут? Угу. Вот смотрите, ваша метка ромбик. Вы стоите у ворот всегда. Ваша игра, ваша тактика. Значит, между собой там договоритесь, кто справа, кто слева будет начинать. Вот, допустим, здесь начинает Эйя, здесь чуть левее начинает два носка. Ну, соответственно, льется лужа с двух вот этих колб, вы знаете это все. Выливается лужа, ой, если вот чего. Ой, прости, сразу перебью, задам вопрос. Вот мы вчера как бегали. Я тебе хочу сказать, у нас никто не падал с РДД. Вот как мы вчера бегали, просто лужу догоняли. Может быть, есть смысл по такой же тактике поиграть, нет? Типа просто стоять, ждать здесь, перебегать, потом возвращаться. Не, это понятно, что мы будем от этих, от луж-то уходить. Вы от луж уходить будете в любом случае. Хоть по той, нет, хоть по другой тактике. А для чего, типа, нам сейчас метка, я не сильно понял. Типа с нее старт или что? Если ты не читал тактику, то лучше просто слушай. И все. Все вопросы я сейчас да, разжевывать да. Не буду, что почему. Ну, обычная математика. Значит, соответственно, льется лужа очень просто. Очень ну, просто. Вы маги, вы делаете просто блинк. И если, допустим, Мэйя стоит здесь, кастует, вот, и подошел сюда два носка, то немножко сдвигаетесь, даете между собой рейдж. 10 метров там. Чтобы блевота, если кинулась на одного из вас, то второй не заразился ей. Ну, больше хилам проблем, чтобы не было. И все. Играйте с этой стороны. Вот. Если к вам там кто-то перебежит, то делайте шаг либо... Ну, вперед, если делаете, то не дальше, чем вот этот вот ободок. То есть близко сильно туда не подходите. К кружку, к звезде, к меткам, к этим вообще не подходите. Либо назад, если что, даете. Тут вот просто. Вот до сюда. И вот здесь один стоит. Вот ваша ренжа. Вы не заблюдетесь. Вас хилы достанут. Все, вот за эту линию сильно не уходите. Потому что вас хилы не достанут. Потеряют, и вы подохнете там. Так, два мага здесь, в ромбике. В звездочке, в треугольнике будет... Два лока, взятый с мистери. То же самое с порталами. Там ставьте порталы, чтобы быстрее можно было съебаться с лужи. Но любую сторону, которая понравится. В квадрате будут играть две совы. Вадикон с этой, с новой совой. Сова новая, которая Мэтт Фокс. Ты тут, Удиси? Тактику знаешь на эту хуйню? Смекаешь, что такое лужи, что делать здесь? История, надо кого-то свичнуть. А кого свичнуть? Брюли надо свечи. Лучше топу поменяй. Топу точно? Давай, мне ничего тут не надо. Если что, спириты уйдешь. Ну. Ага, ну зато у тебя ДПС хороший. А у них одинаковый ДПС. Лучше РДДшника. Ну там разница в 500, блядь.
практически. У них одинаковый примерно ДПС. Значит, вы две совы тут. Вадикон, с ним договаривайтесь, ПМ, кто как там будет стоять. Если какие-то у него там недочеты, Вадикон, будут, там скажешь ему, что если он вдруг какую-то хуйню исполнять будет. Луна у нас остается, это за боссом ровно. У нас остается Песа и Хела, это ваше место. Ну, Хела, соответственно, себя подхиливай, Песа тоже там... Ну, это, если что, тучку сдавай просто и все. Ну, не хиль себя там, но тучку. И если видишь, Песа там блюет, стоит, или в луже там застрял, тоже Песа можешь подхилить, Хэлла, и нормально будет. Вот. Ваши места, это все понятно. Холидринг бегает там, где душе угодно. Где... Ну, ты сам знаешь, слизняки там бьют по 2000, блядь, большие. И поскольку, ну, не сильно бьют. Ставишь, как тебе удобно, и водишь там, куда надо. Значит... Все основное, от чего мы вайпались вчера, это когда происходит взрыв, вот слизень находится где-то на большом круге, здесь вот холидринг, допустим, стоит со слизнем, ну я примерно так поставил, допустим, вот здесь слизень, вот он привел, и здесь слизень начал 5-секундный каст, вот Гниломорт объявляет, там говорит, блять, что-то там большую каку сделал, блять, сейчас взорвется, говорит, мы с вами делаем как? Вот мы, все, кто под боссом, все остальные стоят, хилы, милики, первая, вторая пати, мы с вами перебегаем, я перезаставляю босса в звездочку, мы с вами перебегаем, и весь рейд встает вот сюда в звездочку, вот в эту хуйню, вы встаете. И как только из слизня вылетела эта хуйня, на 5-й секунде она вылетела, она вся полетит в эту звезду, и мы с вами просто перебегаем в кружок. Ну, не обязательно ровно в кружок, но здесь я босса, может, не доведу, может, вот здесь он где-то будет, босс, стоять. Но вы перебегаете под боссом. Вот, если видите, там босс долго идет, то просто немножко наперед перебегите. И когда эта хуйня будет лететь в воздухе, и босс будет в этот момент давать блевоту, первая, вторая пати милики и пятая пати хилы, зайдите за спину к боссу. И когда вы это сделаете, остается только прохилить 8 человек на РНЖ. На первый взрыв буду незыбку я давать, и на ХП будет давать Песа. Вот. А на второй взрыв мы уже оставим холидринковскую, этот массейв, и ДЦшниковская, этот гимн на ХП. Вот, два взрыва. Но на третьем взрыве там будем смотреть, там уже мало ХП будет у босса. Холипалы будете на свое усмотрение давать. Ну и шаманы оставите, два шамана свои мгновенные вот эти природные стремительность будете сдавать там людей, которые на РНЖ бьют. Тоже на третьем взрыве все сейвы там собственные нажимайте. Геру, давайте с пула будем Геру давать. На 30%. Ну хорошо, давай там, на 30%. Там же потом чаще все это будет происходить. Давай попробуем на 30. Геру, видишь, на 30 давайте, там надо быть 100% уверенным, что мы не проебем людей до 30. Ну, тогда смотрите, хилы, значит, чтобы сильно все не отвлекались, кто из вас меньше загруженный, кто сможет подиспелить? Нет, хэпалы это точно не будут. ДЦшник, наверное, я думаю. Да, ДЦшник, потому что... Можно, еще... не надо. Ой, блядь, Гримзол, ты тогда? Это, подиспелишь? Если когда человек блюет, с него диспелить? Нет. Если на нем стакается блюватня, плюс. Чисто с 3-4 пати. И все. На всех остальных похуй. Постоянно? В смысле по КД? По КД, да. Вот на 3-4 пати. Ну. Ты уверен в этом? Да. Ну хорошо. Мы так убиваем. Там, ну, от перестановки мест лагаемых сумма не изменяется. Что оно появится на первой секунде и на восьмой секунде? И по КД график так сдвинь, просто сдвинутся эти точки, когда они появляются, и все. Ножка наперед. И все то же самое будет. Рыбу сейчас ставлю. 3-4 пати диспелить. Ну, синтек под боссом, я не знаю, просто видишь, фишка в чем. Вот, допустим, ловит, допустим, два носка такой, эту хуйню, она вроде бы прохиливается. Все 6 хилов там закидывают в него что-то. Вот. И когда блевоты нету, но допустим, в другую сторону блюет и получает блевоту два лока, Хэлла, там, Песа получает блевоту от босса. А вам надо и в синтека зарядить, блять, и тех поднять. Вот и получается, на этом разделение получается вашего хила. То есть ты сдиспелил, и у тебя уже полноценно пойдет блевота, захиленная на фул. Вот в чем фишка. Ну, а по себе ты тоже... Ты имеешь в виду про инфекцию, что ли? Да, слизи? Да, инфекция. Она снижает получаемое исцеление на 75%. Это понятно. Вот это такая же хуйня, как бублик в ТТГ. То есть, почему людям говорят, выходите из них?
проще сдиспелить. Так, призан. Призан, что тебе? Так, на АП. Сейчас, блядь. У меня тут мусор ебаный. Давайте, значит, это за фласками обмен войду. И третья, четвертая пати все сопроты пьем. Ну, кроме синтека. Так, свято с на АП. Тогда у нас получается больше взрывов слизняков будет, да? Нет. Ну, мы же будем диспелить этих слизней. Ну, первую, вторую пати не надо диспелить, вон, которые милики стоят. Не, это понятно. И хилов так все равно больше будет. Он все правильно говорит, слизней будет больше. Слизней будет больше, стаков будет больше. Нет, все верно. Если я буду сразу диспелить с двух пати, то слизней будет по-любому больше, всяко. Из ней будет столько же, просто они появятся раньше на 8 секунд, вот и все. 8 секунд это не значит слизней больше. Не-не-не, сопрот. Короче, это математика, давайте просто не будем, сейчас ей заниматься. Ну, потом можно график нарисовать, вот эту временную шкалу и... Так, бидон тебе еще, давай СПД. Не, ну да, если он по времени кидает, как бы... Он по времени эту хуйню кидает, да. Тогда да, больше не будет. Сопрот. Так, сопрот. Два носка сопрот. Так, хукмастер. Хукмастер, ты это самое... Блять, я ж... А, нет, мы тебя не меняли. Мастер силу атаки. Кидай щит. Зачем? Руки дай. Блять, лутанул какие-то сумки собирателя, блять, с рулетки себе. Че, еще кому надо сопротивление? Третья, четвертая пати. Локи, Вадикон, взятый тут уже. Yes. Спасибо. Сопроты есть у вас у всех? Yes. Медук, так, сова, на тебе сопрот. Смотри, сова тоже, видишь, если блюешь там, эту инфекцию там ставил или что, ну, что-то в любой непонятной ситуации, чтоб служи выйти, если тебя замедлило сильно, там, 3 стака, 4, форму поменяй туда-обратно, и этот, дубовую кожу не жалей, сдавай. Блин, ребята, есть у кого-то масло на СПД? Да. Я тебе кину трейд, ладно. Фрида можете попросить, да. Если что. Да, Freedom там, коли дрин бегает, даст, может. Я должен. А, и смотрите, давайте посмотрим, кто у нас такой самый слабый. Ну, блядь. Спасибо. Два носка, Эйя. На двух магов, думаю, правильно будет кинуть, как вы думаете, частицы? Давай, Фарла на два носка по КД частица, а Эйнавен на Эйю по КД частица. Это уже проще будет. Ну, а бидончик, ты щиток земли на меня. А Гримзол, давай подумаем, на кого с РДДшников. Давай на сову вот эту, которая новая. Пускай на нем этот щиток висит. Он же прокает от слизи. Я вот не знаю, прокает. Если не прокает, там перевешаешь на свое усмотрение, куда хочешь. Бидон, ты на меня щит. Это. Вот там по чуть-чуть мне хильте, меня особо не разъебет. Мистери Сопрот, выпей. Я перед полон выпью. Okay. Давай так. Мы поменяемся, у меня щит в ОУЕ хили, то есть я буду на танка кидать, это будет трофитнее. Да, давай, бидон, щит на этого, на сову, которая Мэтт Фокс, а Гримзол на воина. Все, вроде все поели, сейчас чекнем, посмотрим, как будет со взрывом, мне прям интересно. Я это давно на циркуле делал, сейчас проверим. Правильно я думаю. Ваншот нахуй. Да. Так, и давай сразу по ССам определимся, значит, те, кто на РНЖ. Так. Давай первые пару траев без ССов. Ну давай. Люди немножко размялись. Давай, похуй. Ну вы имейте... Топовую восьмую группу сейчас. Топ, если что, тут сидит. Я уберу, просто кикнул. Я кикнул, все. Потом сейчас... Ты просто сейчас скажи, на кого мы будем вешать СССы, если будет все нормально, но они все же понадобятся. Если будет все нормально, взятый по новому друиду, а Вадикон по мистере. Okay. Остальные... Наоборот. Да какая разница? Нет, Вадикон по мистере, блять. Соушек, ты когда СССы научился давать? Ну, мистере по Вадикону, да, мистере. Сука. Я объебался немножко, блять.
Все, все готовы, давайте, даю отчет на пул. Я считаю, это ГП. Так, на 30%. Ну давай, мы с ним попробуем. Полидринг, ты самое главное скажи, когда у тебя будет этот взрыв. Ну, в принципе, он объявляет. Но скажи, когда будешь подводить к тому, когда уже взрыв будет. Так, вроде захиливаются нормально люди. Всего два человека получали. Блюют три человека, все правильно. На два носка частицу обновить. Четыре блюют вместо, ну там холи протопал. Не вперед, сова, а право-лево. Право-лево, к нам не подходи сюда, уйди. Кто это вот из звезды? Съебись отсюда. Назад немножко отойди, кто там, Вадикон, дай ему место. Сюда к нам не подходи, заблюешь нас, нахуй, мы ляжем сразу, блядь. Перед следующим КД тактику прочитай. ЦЛК 25 гер. АК нормально. Из стака. Ну угу. Он еще большой. Сова Мэтт Фокс, рез АПС. Сдиспельте с Мэтт Фокса. Ну ладно, нормально. Все, рез АПС. Поднимай. ПС пока не вставай. Все, вставай, ПС, нормально. Захилите ПС. Фулл баф каску, лапу пристабав даем. Че у тебя там 4 стака, да? 4, да. Пятый, по-моему, взрыв. Главное, как можно дальше уйти, да, да, вот так вот, право, лево. Так, бидон, ставь тотем, килай гимноману. У синтека вылетело. Хорошо. Когда там пьера? На 30. Потом. Так, что у тебя там? Идет к тебе большой, да? Да-да-да. Так, готовимся. Рейд, рейд, звезду встали, рейд, звезду встали, быстрее. Бежим в кружок теперь, в кружок бежим. Перебегаем в кружок. Под босса встали, готовимся за спину к нему зайти. За спину заходим. За спину босса, за спину. Так, ну синтек вылетел, ДЦшник. Вадикон, мне интересно, как вы сдохли. Дисплейнуть не успела. Центр заходим, обратно возвращаемся. Вадикон, ресай ДЦ. И будь на РНЖ. Гримзол, дисплей себя, выбеги в рейндж. Песа гим на ХП дай. Что-то дамаг пробивает. Слизень в центре, слизень в центре. Забери. Вадикон, ресай ДЦ. Выходи. Он мертвый. Он не может меня резать. А, блять, сори, нахуй. Равист, ресай ДЦ. А, Вадикона, Вадикона резай. ДЦ резнул или Вадикона? Вадикона. Вадика. Вадик, вставай. Вставай, захил, фулл баф. Резай ДЦ быстренько. Слизня уводи отсюда. Анвен, дай массакру. Быстрее захиливаем рейд. Давал. Так, забрал обратно. За... Это, перебегаем, выбегайте, выбегайте там. Давайте массакру. Не, это все. Слизня забрал близко у нас, хлопнул. Ложитесь. Блин, ну хорошо же шли. Да, шли хорошо. Вот слизня ты забрал близко, и взрыв он начал кастовать возле босса. Прямо. Да, я его только забрал, он опять на тебя
Да я убежал. Знаю, я знаю эту хуйню. Как еще, может быть, цель Слизнюка выносить его будет тогда? Вообще, в идеале, цель та, которая, ну, носит на себе проклятие Слизнюка, выходит к Слизнюку, ну, к танку, типа ко второму, и ждет. Ну, либо диспалит. Это довольно логично. Это можно так, ну, вообще, сделать, по сути. Но если вот, допустим, 5 слизней будет, 5 вот этих чум будет на Малефицисте, у него уже не будет 20 тысяч дамага, у него будет 15. Ну и ладно, мы в Берсу не упираемся. Но у нас на 30% ускоряется эта хуйня, и люди будут просто больше и больше выходить, и будет больше и больше этих взрывов. Ну сейчас, короче, что, мы легли, слизень близко был. И одновременно босс блевать начал. И блевать в ту сторону, где вы отбегали от слизи, которая со слизни летела. Она еще быстро прилетела и всех убила. Да, еще, да. И еще босс блевал на 20 человек в рейде. А так все заебись. А так вообще заебись. Ну ебать. А в остальном просто песня. Не, ну а как нахуй? А как еще? В РС-ку тоже приходишь, первая фаза заебись, проходишь, убиваешь, такой, заходишь в тьму, лезвие, нахуй, минус 15, нахуй. А так все заебись. Ну, так, в принципе, все нормально, только, блядь, умираем на 30% босса. Это, я же говорю, от чего сейчас это было. Это охуенно, да нет, знаешь, это... этому ДКшнику танку водить, эту хуйню. Ну, надо, короче, ждать, пока еще на 30% целка порежут. Не, кстати, убьем сейчас. Сейчас убьем. Сейчас убьем. Вот это мы можем убить. Хотя сейчас, мы сейчас, могли убить. Сейчас мы еще СС дадим. Да синтек бич подвел, блять, вылетел, сука. Точно. Ну, да, кстати, вот это. ГП ему. Да по-любому он не захилил, нахуй. Там же можно было буйный рост дать и все. Пиздаю рыбу. Сейчас ебанем. Че, ГП-то даем ему? Пятихатку. Видимо, нет. Хотя бы кости дай ГП. Хоть кому-нибудь ГП дай. Что он близко слизняков, да? Дай взятому, пусть успокоится. Да вообще залупа получилась, ну. Я не косячу сегодня. Не, ты в таком случае, ну хуй с ним, ты вот этот двойной дал. Ну, ты, ну, либо подальше отбегай вот с этим слизнем, чтобы он с ним не соединился раньше времени, как сейчас получилось. И хуй с ним, жди вот этот, как он называется, сука. Таунт, который одиночный. И когда таунт даешь, после таунта тарелку заряжай там в него или какую-нибудь залупу. Ой, Костя, этим таунтом пользоваться не умеет. Ну, у тарелки КД 30 секунд, как бы. Это да, да, блять, палам. Надо им как-то агро набрать. Да вижу, дуваки. Так, все так же стоит, только давайте пересессы дадим. Че там, взятый на Матфокса и мистериного Дикона. У них там что, по 6 минут? Блять, они, походу, даже не пригодятся. Ну, в принципе, КД у Рависта и у Вазикона. Синтека. А, их 3 даже. У Синтека только БР есть. Но он под боссом стоит, он сдохнуть не должен. Так, БР только у Синтека. Вставалки вы не юзали, да? Так, проверка. Так, а здесь же, получается, от тьмой, да, бьет? Блять, природой, по-моему. Природа, где-то я слышал на каком-то серве, что типа дамаг от тьмы зеленая хуйня. Сейчас посмотрим. Это природа должна быть. Ну тотемы, ебаните, но. Мистер Ристан чуть-чуть левее, пожалуйста. О, кайф. Тотем не помешает. От сил природы. А там стоит давно. Ну чё, кого ебать? Все, все готовы, да я чё. Босса, вон он. Сейчас его будем ебать. А, вот этого? Я себя дисплинул, червя. Угу. А то бы меня нахлобучила лужа.
Ну, вообще красота, дамага мало по рейду. Я еще хочу выучить, понять, как багается слизень. Может быть, это можно делать искусственно, а не можно. Случайно. Надо будет научиться. Все гильдой в бан нахуй. Да какой бан нахуй? Перманентный. Мистери просили, что он там рыгает. Интересно. Видите, конечно, комбат дает. Я одну кнопку жму, 20 тысяч ДПС. Я решил потестить комбат. Че там по стакам у тебя? 4. Значит, следующий, наверное, большой будет. Взрыв? Взрыв. Взрыв. Че не предупреждаете? Перебежать надо. Да, что-то выбегаем. А, ДБМ вообще не пользуетесь? Я понял. Было 4 стака. Падаем, ложимся. Да нахуй нужен ваш ДБМ. А мне ДБМ говорит 3, 2, 1 нахуй и пишет взрыв. Я тоже видел по ДБМ, ушел уже взрыв. Ну я как бы, я и до этого видел. Вообще, это ГП Кости. Костя мне предупредил, что 5 стаков. Блять, 4 стака было, я тебе еще раз говорю. Ну там маленький, видать, та... маленький вылез рядом где-то с тобой, с человеком где-то рядом бегал. Ребята, каст идет 4 секунды. Костя, ты что, не видишь, что он кастит? Сказал бы просто. Просто люди некоторые не видят. Я смотрю, как бы ДБМ пообъявил, что типа сейчас слизь зарвет. Я говорю, а что взрыв? Я, короче, тут подумал, давай ты на боссе постоишь, а я слизня повожу. Я их давно так не водил. Это, Войд, короче, попробуй вот что... вот ты должен сделать так, чтобы слизень, у которого больше всего стаков, врезался в того, у которого меньше всего стаков, и по идее у него будет типа, ну вот если у тебя там 3 стака, ты врезаешься, у которого 1 стак, то у тебя появится 2 стака. Я, короче, понял, короче, что я нихуя не понял. Короче, слизень. Короче, который... можно в 3 танка, короче, и 2 танка вводят слизни, и потом, типа, когда у них будет там по 3 стака, их соединить их вместе, что ли? Смотри, тот слизень... Можно в 10 танков. Тот слизень, на котором 3 стака, должен двигаться, а тот слизень, на котором 2 стака, должен стоять. Он ударится в том случае, если тот, который меньше стаков, он будет стоять, а тот, который больше стаков, он будет двигаться, и он съест... Ладно, давай эту хуйню проверим. Рарник, спекнись танка. Я буду стоять. Это несложно сделать, кстати говоря. Да, мы сейчас это сделаем. Ну, мы проверим. Ну, не лишний будет проверить, я думаю, потому что он постоянно багается, нахуй. Только главное понять, какой слизень из слизней должен двигаться. То есть, мне кажется, было как-то и что движущийся слизень съедал, блядь, стоящего. Или только стоящий съедает движущегося, блядь. Или может, блядь, тот слизень, на котором больше агро, блядь. Хуйня какая-то, да? Да. Банишка в мистере. С умонем там челики бегут. Ты или хули... вообще можно? Они же корнюются? Вряд ли. Не надо. Чего такого? Собрать его, короче, 4 стака и корневать. Лёша, ты это... Не сплетай. Корней Иванович Чуковский, блядь. Этот, ну ты тогда... Мы на этом, на Алдоране так бил. Ты тогда почиль на боссе там. А мы, короче, рарник с тобой в крестике. Я в крестике этих пидоров буду держать. Ну, там водить, если уже будет, конечно. Это. И ты ко мне, короче, будешь... Ну, сейчас посмотрим, блядь, что получится. Вы когда соберете там, ну, по 4, наверное, стака, попробуйте свести, что получится. Бля, ты... Слав, уверен насчет такого, типа, 18 тысяч ДПСа? Дохуя. Ну, блядь, и если слизни взрываться не будет, вообще похуе будет. Попробуем. У нас проблема не в том, что они в любом случае взрываться будут. Там, типа, ты соло можешь это сделать. Ну, типа, вот забагать.
Так, я что-то не уверен насчет этого соло, я же тебе говорю. Нет, смотри, надо понять, какой слизень должен двигаться, какой стоять, чтобы... Нет, так тебе же объяснили, какой. Ну, типа, вот ты таскаешь постоянно слизнюка, смотри на меня, на взятого. Мелкая хуйня бегает рядом со стенкой. Ты, типа, тащи его рядом со стенкой, вот здесь вот, и когда будет появляться большой слизень, ты точно знаешь, что у тебя под стенкой вот здесь вот стоит большой, а со стороны рейда у тебя идет с малым количеством стаков слизень. И ты просто в него таунт кидаешь, ждешь, пока он к тебе подойдет, и получается, что вот я стою, да, вот я стою. Uh-huh. Меня со стороны стены бьет большой слизень, а со стороны рейда бьет маленький слизень. И что я делаю? Я просто делаю вот так. И все. Чтобы слизень, который на тебе, возле стены, пошел в слизень, чтобы который... Чтобы за мной побежал, да-да-да. А слизень, который меня со стороны рейда бьет, ему никуда не нужно будет идти. Ну, попробуем, ты, да. Вы имеете в виду, типа, при ходьбе, кто стоит, кто не стоит, типа, ну, и да, так да, 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 кто, и ты, такой, да, сказал? И ты, ну, в смысле, это синтек это сказал, я показал, как это можно сделать. Если это типа, работает, то... Он знает, я имел в виду, что... Нет, я имел в виду, что, блядь, если слизень, у которого больше всего стаков, ударится в бок того, у которого меньше всего стаков, по идее, у него должно быть типа наименьшее количество. Ладно, стаков. Ну вот, да. Если вот игру надо стакать. Сейчас если это так работает, то это так получится. Не надо равника спекать. Это... Ну это давай, да, я попробую. Ну, холидрин. Главное, чтобы тебя говном не залило нахуй. Смотри, при взрыве я босса увожу в звездочку. Взрыв происходит, перебегаем в кружок, да? Да, да. Сейчас зайду. Главное четко понять, какой слизень какого съедает. Если эту хуйню пойму, то можно будет делать всегда так ПКД. Его постоянно пацаны в соло багают. В целка. Я просто сам лично не багал, чтоб прям стопроцентно быть уверен, что это каждый раз получится. Сейчас если ну, получится... Сейчас посмотрим. Я понял, короче. Вы хотите типа собрать 4 стака и завести в один, да? Да нет, не так. Ну а как еще? Все, это самое, сейчас посмотрим, как получится. Короче, этот холидринг на боссе, напулы все в холидринга, два роги. Смотрите, там на него напуливайте ПКД, не в себя. Носки Песа. Все, даю отчет. 5, 4, 3, 2, 1. Всем привет. 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 Дай фридом по войду кто-то спал. Короче, тот, который стоял, съел тот, которого шел. И два стака на нем.
А вот сейчас, который шел, съел тот, который стоял. И тоже два стака. Ну, типа, то есть, блядь. Не выходит. Ну, я же говорю, блядь, то есть одна ситуация, вторая ситуация. Одинаково. Маленький нету? Пускай стоит у совы, нахуй. Хильти сову. Пока нету. Нету. Пока нету. Ну, на замене тогда посижу. Да, 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 будь в DC. Не подводи этого пидора сюда. Пускай он стоит у тебя. Лужа в рейде, аккуратно. Так, три стака, нихуя себе. Вот этих двух маленьких на РНЖ сведите между собой. Не с большим, а между собой. Вадикон, на меня беги. Я понял. Так, на взятого Вадикон. Ну, бля, четвертый нахуй. Сейчас побежим. Так, забираю следующего. Сейчас у меня появится. Забагал. Хорош. Два носка, значит, этот самый. Мэд Фокс, нахуй. Резай два носка мага. Смотри, под блевотину только не встань. Пока два, четыре точнее. Мэтт Фокс? А, Мэтт Фокс сдох. Вадикон Мэтт Фокс и Мэтт Фокс два носка. Ресайте. Захил по ним, сразу ебашьте. Частицу обновите на мага, сову захильте. Мэтт Фокс два носка, быстрее захиливаем. Я процентаж не вижу, не вижу, сколько у босса. Диспельнулось очень больно. Я включил Геру. Чё, слизень нахуй вернулся? Я понял, блядь. Зависло, походу. Забагал. Песа, ты тут? Этот самый ровист Песа ресы. Да сука, Мэтт Фокс, нахуй, ну на частицу у него давайте или что, нахуй? Чё за хуйня? Как вы проебываете шестером? Он поздно выходит. Выходите на рейндж, что там, Гримзол, Килая, выходи. Пока взрыв не грозит нам, нахуй. Сколько у боссов хп, блядь? Ну диспельте, агиз. Ладно, давайте, играем, нахуй. Этот взрыв! Быстрее приготовились выйти с центра. С центра отошли. Даю незыбку. И сейчас босс будет блевать, когда за спину ему зайдите. Песа на хп... А, Песа блюет. Килай тоже блюет. Массакру добавляйте, паладина. Массакру добавляйте. Гримзола захильте. Вставалку юзай, сразу тотем ставь. Захилить, захилить. Все БР отдавайте в кого угодно, там, у кого есть. А, 4 отдали, все нормально. Пробуем. Сколько там хп у него? 6. Пиарьте нахуй, должны убить. ДЦшка, беги. 3,5 ляма. Ну, Песа, диспельте, я ж просил вас диспелить, блять. Это Гримзол просто мертвый, нахуй. Диспельте, сука, третий, четвертый пати, вы теряете людей. Просто так, блять. Дотайте это говно. Сколько там у него? Лям, нахуй, лям. Убивайте, лям. Все, блять. Ёбаный в рот. Убьёт, не ху убивать, просто диспельте людей, я же вам говорю, тут похую, когда вы диспелите. О, саван. Все, блять, вот так вот нахуй. Калично нахуй, но мы это доведем еще. Че тебе, короче, два? Получается, у нас один взрыв, да, был? Да. Да, один.
Ну, типа, я все равно... Ты понял как? Нет, я не понял, нахуй. Ну, типа, понимаешь, я тебе говорю, две ситуации. Один раз слизень, который стоит, съедает того, который идет. А другой раз тот, который идет, съедает того, который стоит. По какому принципу они друг друга съедают, я не знаю. Но когда четырехстакового слизня съел слизень с двумя стаками, это пиздец, конечно, нахуй. Это пиздец, охуенно. Я говорю, надо сводить, короче, там, где... Там один ударит в другого. Кто в кого ударился, того и съедает. Там без разницы. А мы по ДПС проходим? На профа. Да. Ой, ребята, на какой вам проф? Это... Отдыхайся. А я что-то... Подожди, это... Тихо, дайте я, блядь, с лутом сейчас распизжусь и потом попиздим. Кому я там давал? А, Вадикону, да, я забыл. Что-то два носка хотел кинуть. Так, Вадикон, тебе вторая кровь. Сейчас я ПГП вот мастер включу. Так, плащ. Сила. Крит хаст. Что это? Ретрики, да? Да. Ретрики, АДКшки. Так, рарник. Нажимает, не нажимает, не знаю еще. У него 72-й. Так, рарник 50%. Хули дринк следующий. Хули дринк. Так, вот это обоссанное говно надо кому-то. Кольчуга на энха, да? Параш какая-то, блять. Плечо. Крит хаст. Распил, нахуй. И... Грудак. Защита, уклонение, меткость, нахуй. Танковский. Мне не надо. 10%. Так, короче, квартальных потом, да, короче? Сейчас, сейчас, да, вот этих три ебанем, шмотик подлутаем. Так, рарник, осколок, тебе один остался, да? Вот этот сейчас берешь и один остается, да? Вообще хорош. Ну, сейчас дальше тогда этот самый. У Мальфицис, у тебя сколько осколков? С пугов ты собирал сколько? 12. И у меня 12. 12-12. Ну, кто больше дает ДПС? Тому и дать. Пусть этот человек соберется. Не, ну вы очередь просто не нарушайте. Кто у вас не, очередь, ну, Малефицист пока следующий, а после Малефициста я пока никого не ставил. Ну, это про Геру. После Малефициста надо РТДшника ставить 100%. А, ну, там посмотрим уже, этот, у кого квест есть на осколки с РТДшников. Надо узнать еще список составить. У взятого есть. Да и дойди до него, взятый. Сначала, ну. Надо Джайну еще ебануть, да. Там-то ой, осколки соберем в Гере. Там в Гере будет побыстрее лутаться. Ну, а че вы это? Ой, ты... смотри, у меня 10 минут на все про все. У кого? Holy Drink. У меня его сразу. Ты уходишь? Ну, могу трэш помочь пока. Ну, давай трэш, че, пару пачек танканешь, да и пойдешь. Я через 40 минут тоже уйду. Кто? Фарла. Хорошо. Так. Ну чё, пошли ебашить мобов. В общем, не знаю, чудеса какие-то. Ну я в плане про вот это, про багание слизней, блядь. А, чё я про осколки-то говорю, что вроде как обычку вторую мы формируем для того, чтобы этот хулидринг пока там собирает, вот. А в Гере, в Гере, ну пускай Малефицист это самое, а после Малефициста уже в Гере будет этот самый хулидринг. Вот, а уже потом, после хулидринга, я думаю, тогда РДДшника поставим. Ну, РДДшникам еще Джайну надо убить, так что РДДшникам спешить некуда. А, типа, прежде чем осколки собирать, надо Джайну наказать? Ну, блять, так-то... Да я даже не знаю, как объяснить. Вот смотри, посох ты сам легендарный не получишь, если ты с Джайной итем не лутанешь. То есть, если Джайну убить первый раз, ну, пока нам до этого далеко, может месяц. Вот, за это время там, блять, шемп соберется. Я понял, по профиту, короче. Да, то есть, ну, не сказать, что оно что-то сильно зарешает.
ну, заранее собирать не очень будет. Шему заранее не... он все равно осколки не сможет собирать, пока у него не будет квеста на осколки. Давайте, лапка у кого-то или прист какой-то с хуйней. Ну как это называется, блять? Ну ты удушением можешь. Да. Так же само. А мне, блять, оно КД нахуй мобанал. Ой, только не под вас сразу. Ну не, блять. Ну что это за хуйня нахуй? Пачка. Ох, ебать, а кто пачку спулил? Вот смотрите, я дал войско. Ромбик убивайте, после ромбика будете квадрат играть, тактика. Все остальное не трогайте. Стан, дизарм. И сильно не уешьте. Точечно ромбик, потом квадрат. Иначе мы поляжем все как бичи, блядь. Если что, я массакру сдал. Так. Незыбку даю тоже на всякий случай. Ну пока там войско пару таунитов дает. А, там и третий тактик еще. После квадрата играйте крест. Квадрат ебашьте все. Эту всю хуйню по дайте. По хардкору решили, блядь. Агрона брать. Не, ну главное, хорошо, что не сдыхаем. Ну то бывает, танки придут, блядь. Три танка, нахуй. Рейд падает, блядь. Что, зауешили. Как говорит мой начальник, победил, блядь. Сейчас будет жесть. Так, ну и что тут у нас, блядь? Ну да, этого пидора поставим. Там два рыцаря, что я еще командира заберу. О, нихуя, он не башит. Надо первую. Ой-ой, хильтевой, да. Ебать, что происходит. Да не зыбки еще КД. Дай там холидринт каплю. Рослого разъебите вот этого моба. Потом уже остальную хуйню. Лейтенанта забрал. По миликам пошел какой-то моб. Сделали бы уже тогда для танков тоже какую-нибудь легендарку. Да пиздец, не говори нахуй. Я вот про товару щит хочу. А ДКшнику что сделать? Какую-нибудь печать там? Щит какой-нибудь легендарный. Который танчит сам. Мне нравится щит, а который на... Как он называется? Скажи мне, блядь, на Кельтасе. На Кайлзасе на этом. Санстрайдере, блядь. Прям ебать. 100 тысяч абсорба за 4 секунды. Я не знаю, они что-то там мутят с этим. Терраса магистров. Там вот какой-то хорошо. Легендарный квест. Вот прикольно. Там же кольцо вроде бы легендарное, нет? Так хуво. Если там кольцо так, сделают, как бы нормально будет. Могут, конечно, еще переделать этот легендарный лук для хантов. Ладно. Не, ну так-то с легендарными шмотками все походят. Танковское это оружие, потом щит тоже. Ой, блядь, это мой любимый босс просто, вы не представляете. Прям, я на БК его не убивал, но вот тут на X2, когда я играл, я просто когда Вовку начинал играть, там где-то 2007 год был, тогда было БК еще, но оно заканчивалось уже. Я ролик смотрел, где челики убивают. Ебать, я нихуя думаю такой, сколько фаз там на боссе, блядь. Оружие какое-то хуяришь там, блядь. Тактику читал, нахуй, всю эту хуйню, блядь. Между прочим, ну, красивый босс. Красивый вообще, это, пиздец. Постановкой тактики и все такое прочее. Мне прям нравится. Вот как героик сделали, это пиздец, муторное говно, блядь. А вот как оно в обычке, это прям кайф. Так сыграть интересно. Подожди, они еще Иллидана в Хейме придумают. Я бы хотя бы в обычке его хотел побить бы. С ЛКшным. Ну все, давай меняй нашего танчика. Так, ну все. Холидринк, получается, спасибо. Огнилова нам убил, блядь. Да, давай. А кто там есть у нас? Есть кто в гильдии? Рога есть. Рога был топа. Или как его? А, точно. Там Синтек говорил, может потанчить. Писал. Еще имя имен есть. Заходите, кто там. Убери лучше имя имел. Ладно, убьёте, вам закрыть побольше. Давай, спасибо.
Заходи, имя имен, ты где там? Он в Дисе? Да, я тут. Давай, заходи. Ставьте шкаф, рыба стоит. Так, давай, кто на ком? Я на двоих. А кто танчить со мной будет, блядь? Финтек, я ж тебе говорил. Что-то я думаю, лучше кого-то другого. Этот, хук... Этот самый... Хукмастер, наверное, ты будешь танчить, да? Келисета затанчишь? Там легко, там же, вот где за этим уголком прячешься. Сверки собираешься, все, и челлендж стоишь. Давай, спекайся в танк, а ты будешь танчить, короче. Теперь надо челиков, которые будут сферы подбивать. Так, центр. Сука, какое действие, блять. Центр. Право-лево. Так, хантов у нас нету, значит, это будет у нас делать. Блять, в Мэдфоксе. Мэдфокс, ты шаришь подбивать кинетику? Там подбивать надо будет по КД. Подбивают все РДДшники просто, где рядом с кем падает, да и все, чтобы не ходить, даже ходить много нельзя. Ну да. Ну, вообще, да, есть такая тактика. Ну, типа, я здесь на X4 убивал. Сколько у него там ХП? У него там было 140, что ли? Вот сейчас сотка. Ой, блядь. Мы ставили три челика. Смотри, давай. Если, типа, она, видишь, она падает так быстро, что, ну, типа, недостаточно свичнуться и дальше босса бить. Надо, чтобы человек его бил. Вот эти желтые сферки? Чтобы бил его по КД, да. А там просто локом поставить на него пет. Если вот так в стенку ставишь босса, то все сферы появляются над головой. Да-да-да. Типа, да, тут, ребят, она вы что, вот синтек да. Правильно все показывает. Вот, вот сюда встаешь. Вот в этот угол нужно ставить, короче, Валанара, Талдорама, Келисета танчат на этой, на стенке. Только синтек немножко с углом промахнулся, ну, вот, вот в этот угол ставит. Вот этот, да. Да, вот в этот угол, короче, ставится Валанар, Талдорам, Келисет ставится на лестницу, РДД становится между Келисетом и Валанаром, Талдорамом. Милики висят просто по КД на этих двоих, на парочке. РДД могут разворачиваться по Келисету. Почему милики не могут играть по Келисету? Потому что бежать дохуя. А, кроме того, когда таким образом стоит босс, сферы сыпятся просто над башкой у РДДшников. Очень удобно сбивать. То есть самый главный здесь момент — это нормально распределиться, рассосаться в РДД-хилозоне, чтобы не отталкиваться на могучем вихре, иначе пизда будет. Это раз, и два, чтобы каждый РДДшник смотрел над своей головой и голосом озвучивал, какую сферу он подхватывает. Самый нормальный вариант. И типа все. То есть там у тебя сфера появилась, условно, вот я там взятый стою, вот тут, вот я там с печенькой, да. Я такой стою, ковыряю Валанара. Хуяк, вижу, что над канделябром со свечками падает, короче, сфера. Я говорю, взятый канделябр, все. Я, типа, значит, стою и держу ее. Все остальные дамажат. Таким образом, как бы, не 500 миллиардов РДДшников будут свечиться. И с другой стороны, все будут точно знать, что сфера законтролена. В принципе, как бы, ну, вот, как вариант. Хорошо, если этот вариант рабочий, давайте проверим. Мне, в принципе, поймать... Мы 10 гер так убиваем. Мне, в принципе, мы 10 гер убиваем. Похуй по какому варианту. Главное, это самое. Вот то, чтобы боссы, чтобы Талдарам и Валанар стояли вот здесь, это стопудово надо, вот эту хуйню, да? Да, они в углу здесь стоят. То есть да. Танк прямо зажимается сюда в угол, и получается, что танка отсюда вихрем не вытолкнет никогда в жизни. Угу. А вот миликам приходится это немножко... Ну, они могут под морду забегать, но да, главное, немного. Да, милики забегают под морду. Ладно, ладно, давай попробуем. Для меня это в новинку будет. Мне-то похуй. Я, короче, танчу двоих. Скелеси там вот где он стоит, там и стоит. Ну, примерно не там, а вот где Валанар сейчас стоит немножко. И можешь его даже спустить. Да, совершенно верно. Сейчас давай я тогда уберу три метки, чтобы он понял, где ему стоять. Вот примерно вот тут, наверное, да, с этим. Вот тут ты можешь примерно с Скелеси там стоять, правильно? Нормально же. Вот этот самый. Ну, в принципе, он до тебя, и, наверное, не захочет бежать. Он, наверное, спулишь его оттуда. Вот, а я этих пидоров сюда проведу. Вот. Спула, короче, не бейте, никакую залупу не вешайте, доты никакие, потому что этих пидоров двух буду вести, и потом это заведу в уголок. И уже тогда
еще игру надо набрать. Да, роги, ханты могут этим заниматься. Рыбу я отдавал. Так, ну давай что, блять, попробуем, хули. Интересно, что это такое. Вот... РДДшки сейчас пропишите, короче, себе рейндж. Сколько здесь? 10 вроде бы? Или 12? 12. 12, он включается автоматически до дома. 12. И типа прикиньте примерно, куда вы встанете. Потому что могучий вихрь, если близко друг к другу будем стоять, будем летать. Не то чтобы это супер неприятно, но больше, чем там 4-5 стаков, лучше не надо набирать. Ну дайте бафы по вару, вот вар не забафенный стоит. Каску, так. Каска есть, пристабаф есть, все, все есть теперь. Да, и еще момент, ребята, РДДшки. Слишком близко к парочке не стойте. Лучше стойте ближе к лестнице, ввиду того, что миликам нужно будет куда-то выбегать из-под могучего вихря. И чтобы они не выбегали, ну, прямо в вас, в упор, да, немножечко освободите дистанцию до босса. Ну, пускай милики по стенам выбегают, лево, право, например, вот... По стенам, кстати, да, по стенам можно хорошим... По стенам, вторая пати направо, вот сюда, сейчас поставлю метку. Вторая пати вот направо в эту сторону, а первая пати вот в эту сторону. Вот и все. Да, попробуем. Ну, как бы, терпимо, да. Еще раз проверка. Главное, стаки сильно не лутать. Да, не забывайте, тут кто бегает, каждая секунда, когда вы двигаетесь, на вас стак копится, типа, и она дамажит по вам, темница тьмы. И нужно, чтобы эта хуйня 10 секунд скинулась. То есть 10 секунд надо постоять, не пошевелиться. Все, да, черт. Да, больше 6 стаков не надо. Сейчас никто не бьет, ждите. Давай, вот рули. Не-не-не-не, в другой угол. Ага. Это маневр такой. Ага. Сори, Олег. Блять, он напулин был второй. Сорян. Что-то на пол быстро спал. Где он? Крестик падает. Крестик забираю. Взятый крестик где-то забираю. Вадикон, держи крестик. Хилы меня видите, самое главное? Какой-нибудь хэпал. Все там. Вот так, так, да. Все немножко их, блядь. РДТ покились, а то могут. Милики чили. Так, давай, блядь, ровись историю резу. Хули он чилить, что ли, будет бежать? Хукмастера не достаю. Поближе, блядь. Прям в босса войди, хукмастер. Вошел. Ну ты поздно вошел, тебя просто не прохилили. Че вы там, блядь? У нас танк лег. А почему он лег? Потому что. А все его... сферы ушли на РДД. А почему они ушли на РДД? Не знаю, кто-то массу зарядил. Ясно, ну, нахуй. Не, сейчас более-менее все было. Проблема была в том, что Хук слишком далеко отбежал. Его, ну, хилы перестали до него дотягиваться и пизда. Че, может диван по кому-нибудь? Давай, давай. Очень хорошо бы. Или висит уже диван. Тут, короче, Т4 цепляет сфера. Да, их как-то подальше можно их отвести, эти сферы? Лучше не бить, у кого Т4 масса бьет. Подожди, у кого Т4 цепляет сфера? Да тут у всех они будут. Ну, кроме совы, наверное, я не знаю. У кого цепляет, тот не бьет. Короче, открывайте свои книжки, нахуй, таланты, Т4 и всякие чарки с ТТГ и читайте, нахуй. Чтобы там не было никакой АУЕ, никакой по области, ни луж, никакой из вот этой залупы. Если вы бьете Келесита, бьете точно его, точечно. А, или... Фактически, как бы, Дестер Локи нет, Фаермаг нет, Демон, понятно, да, Сова, да. Нет. Что? Ну, если без Старгола сова ничего не будет, никого трогать не будет. В смысле, не будет Старгола? А, потому если Старгол не нажимаешь, а Т4 бьет только по звездному огню. Ну, лунный огонь. Падают звезды только в ту цель, на котором висит лунный огонь. Он не будет лишние цели бить. Ну, короче, так, сова бьет. Сова бьет. Он не говорил, что не бьет.
Сова бьет. Ну, потом кто? Кто с миликов? ШП. ШП бьет. Миликом нельзя килить, это перебежать дохуя. ШП. Ну, разве что варом можно. Да, или, варом, кстати, можно. Роги могут кошами скидывать эту хуйню. Только вару, вару без вихря. Вар тоже чаржится, вихрь даст, нахуй. У него же там 4. Ну да, фурику без вихря все равно, что не бить. Проще вообще не бить, пускай стоит. Хилов не нагружает. Кот очень хорошо. Кот, да. Кстати, может больше стаков на себя повешать, позволить. А я могу один стак словить, чтобы на колесета прыгнуть. Там за наскок один стак дает всего лишь. Ну вот, наскок, да. То есть, пожалуйста. Как бы, Песа, есть... ты бьешь Песа, но вот эту залупу свою, кровь, смерть, вот эта, которая летит, ракета темная, ты ее в келесе-то не кидай, потому что она будет дамажить. Это основная дамажащая способность. Ну вот, ну, и пусть если ты будешь без основной дамажащей способности, но все равно дамаг другой. Вот эту хуйню, чтоб стаки кидать, ты кидай в двух, которых я держу. А в келесе-то не кидай, потому что сферки на тебя уйдут и сдохнет танк также, блядь. С танка нельзя сферки забирать никак. РТДшки, вы не переживайте, что вы без работы останетесь. Если вы, ну, килисет в таргете, а вы не можете его бить, потому что вы ауешите, переключайтесь на сферы, бейте сферы. Освобождайте людей, которые сидят на сферах, допустим, это сова часто, это там, Хэла часто, кстати. Вот Эрша, Элем Шаман может себе позволить бить. Сова, там. Ебашьте жезлом. Взятый равник, где? Меня сумануть надо, я это... Ставьте шкаф. В очке. Жрите рыбу. Не бейте босса там, смотрите Woman, блять, это. Проверка. И по КД на Войда на пулевые роги. Я понял. Блять. ГЦ, блять. Близко стоит. Ну, выкидывает с этого угла все равно танка. Выкидывает? Угу. А, ну, недалеко там, 3 метра выкинул. А, ну, это хуйня. Все равно, что не выкидывает. Кинетики, смотрите, обратите внимание, быстро очень падают. Так что, блядь, не проебите. Можно попросить всю пачку РТДшников как-нибудь расползтись в следующий раз и оставить место хилу между двумя танками. Стойте в наглую и все, не двигайтесь, хилы. Пускай летает. Пускай, ну, понимаешь, пускай я тоже летаю. Ну, пускай. Что поделать. Каждый раз, когда летаешь, говорит, РТД пидоры. Я могу. Луну взял, Хало. Угу. Я просто боюсь, что местные РДДшники на меня обидятся. Что, Дерам? Да, давайте. Дарамчик. Ворон, нихуя хп у босса. Ну, все, милики, не подходите туда, ну что вы делаете? Вы видите, что вас откидывает, нахуй вы хилов нагружаете? Кинетик. Он взял. Луна. Этот, ладно. Бах. Под боссом прям отпустили. Че, РДД не видит, что ли? Мы же договорились вроде. Они видят, просто никто не говорит, кто на какой. Ну, а метки у нас кто-то ставит, да?
руками. Это ДБМ. Метки ставить ДБМ. Квадратик, крестик, луна, блядь. Поставьте просто конкретно каждого человека на квадратик, крестик, луна. А это представляешь ему бегать? Это хуйня полная будет. Да они все под боссом появляются. Нет, они не все под боссом появляются. А нахуя мы тогда в углу танчим, если не все под боссом появляются? Потому что не большинство появляются под боссом. Типа я сейчас просто полбоя ФК простоял, нахуй, две воронки, блядь, нахуй, просто, и смена босса, все, я просто стоял ФК. Ну, вот сколько мы били, блядь, ну, типа все милишники стояли АФК. Потому что танк откидывает в стену, блядь, а милишники просто в воронку зайти не могут. Короче... Ну, воронка очень криво кинулась. Короче, это тактика, которую я вижу первый раз, ну, на мой взгляд, вот эти два трая, это полная залупа. Ну, первый раз... 17 лямов босса только сняли, это уже о чем-то говорит. Это говорит о том, что это тактика залупа какая-то. Вот РДД... Мы убивали, поэтому. В 25-ке убивали? Здесь не, 4? Не, почему? В 10-ке. В 10-ке тоже я бы убил по любой тактике, но в 25-ке как вы убивали? В Сибири? В Сибири они так и убивали, да? Да? Да. И, кстати, говорили, что получает сколько там, 20 стаков, да, дамажит что-то по 11 рублей, что ли. Ты имеешь в виду, когда вообще... Короче, можно, типа, говорили, что, типа, можно перебежать весь зал и тебя не убьют. Да, и не получить пизды при этом. Короче, это, тогда по-другому будем делать, сейчас расскажу как. Вот смотри, вот эта хуйня, то что, во-первых, у нас, ну, не столько ДПС, а что это, блядь? Сейчас 10%. Я расскажу, сколько у нас миликов, я хочу знать. Ну, десяток есть. Ну, восемь. Это много. Просто дохуище, ладно, сейчас. Вайбень вся в том, что они как бы по двадцатке все могут давать, а то, что они... Короче, мы, в общем, до нерфов же били с Сибирью. Это говном. Вот, но там еще один вариант был, сейчас я его расскажу. Простой вариант, обычно как в обычке его бьете, так и бить надо, блядь. С воротки выбегаете и все. Ну, в общем, да, но как бы это... Сейчас. А просто что тут ты... Надо, тут нужно очень правильно вихрь объяснить. Что вихрь объяснить? Кому куда выбегать, что ли? Да. Ну, велики убегают вон, где три зеркала эти, где боссы стоят сзади, да, в ту сторону. Только вот, да-да-да, только надо, чтобы они знали, в какую сторону именно им бежать. Типа, к какому зеркалу? Типа, ебать, там босс... 8 миликов, ну давай каждому по зеркалу дадим, блядь. По два тела в зеркало, и все. Там как бы, зеркало, да, там как бы не столь важно, кто там куда будет бежать до точности. Там самое главное, чтобы, блядь, их впятером не стояло вместе, чтобы они не сдохли от этой залупы, и все. Это такой нюанс, ну, типа его оговаривать еще. Не, ну смотри, пускай, если ты думаешь, что люди сообразят, я не против. Синтек, тебе что? Я так понял, в углу, вот так вот, как мы били, это из-за сфер, да, чисто? Да. Что типа танчит, ну понятно. Они не напрягают эти сферы. Они не напрягают, если вот кто-то взял, допустим, вот я сказал, типа, бью луну Хэлла. Все, я бью. Мы только что вайпались из-за того, что они не напрягают. Да, а другие вообще даже ноль эмоций. Кто-то что-то сказал, что бьет сферу, там еще что-нибудь. Что-то бидон куда-то вылетел, блядь. Топа, ты здесь? Скрикните там топу. Да, можно, конечно, поставить как бы три человека на сферы, но они будут бегать постоянно. Так, блядь, и проблем никаких нет. Да, заходи. Давай попробуем. Но я опять же милик. Не, Слав, типа, ты гляди, вот смотри, допустим, да, я вот назначенный человек на сфере, да, вот я стою вот здесь, да, ковыряю себе босса, сейчас хуяк, появилась сфера, которая вот на противоположном конце карты, и я, ебать, побежал нахуй стаки лутать. Ой, блядь, не, ну что, говорили, что вы ебете мозг, зачем вот эту всю хуйню, вот, сейчас слушайте меня тогда, раз вы, блядь, будете эту хуйню мусорить, блядь, полгода. Какая тактика, по какой убивать? Вот, блядь, три метки. Центр, лево, право, блядь. Давай, кто там? У нас вообще два эрдрушника били и одна сова. Я вот совой в центре стоял, бил. Давай, Вадикон, твой центр будет. Мэтт Фокс, твой будет кружок. Твоя сторона. Кружок. И на третий, кто там меньше всех дает? С РДДшником. Давай Хэлла. Давай Хэлла.
и Хелла ромбик. Вот и все. И не надо вам бегать никуда. Единственный вариант, как мы бегали, не через всю комнату. А вот я, допустим, стоял здесь с собой и смотрю, в кружке падает первая сфера. Ага, смотрю, бьет нормально. Смотрю, в кружке вторая сфера падает. Подбегаю, помогаю ее бить. Вот. И это типа обязательно надо делать. Но Хелла-то не будет с ромбика подбегать в кружок, потому что тут есть я, блядь, посередине. Вот. Сейчас стопи пати дам, ставьте шкаф. И это самое. Келеси-то ведешь. Кукмась, блять, хуй прочитаешь. Вот сюда этого пидора ставишь. И, ну, ты знаешь, да? По-моему, ты его делал в обычке у меня. Уводишь туда, прячешься в крестик, он к тебе в крестик встанет. И все, и там встаешь к нему лицом и это хуяришь. Так, бидона убрать. Пятого хила какого-то спека. А, вон синтек, блять, давай в этого. В ДД. Вот. Все, дамага без трех ДПСеров хватит. Ну, единственное, что, конечно... Келеси-то побежите бить. Кто без АОЕ, милики, побежите бить. Без вариантов, нахуй. Потому что надо бить. Стоять, чилить вас 10 миликов, блядь, не вариант. Только без АОЕ. Без... Ты что, в 4 хила идем? Так. Ну, а ты в хиле сейчас, нет? Ты в хиле? Ты сказал синтеку в ДД спекнулся. В хила. Я что-то наебал. А ты... Не, это в хила синтек пятого. В принципе, блядь, там и в 4 можно захилить, но лучше спекнись на всякий случай. Буйный рост лишний раз с омоложением не помешает. Вот эти три метки, их подхиливать и все. Допустим, Айновен сидишь на хукмастере, а фарла на мне частица и все, и хуяри теряет хилити. Так вот, рыба. Жри синтек, кто там? Топа жри. Да уже была же. А, значит я проебался. Так, призм. Да? Дайте пристабав. Все, это самое. Просто воронку увидите, отбегайте. Не спульте босса, блять. Куда вы так близко подходите? Поднимаем готовность. Так, все готовы, дает счет. Кукмастер, давай поближе к Келесету, чтобы он на тебя побежал. Оставьте место хилам, пожалуйста. Хилам в центре места останьте, рассоситесь справа-лево, блядь. Имя имен, отодвинься немножко. РДД, пидорас, и 10 стаков. Ну, отлетела, вернулась, встала на место, и все. И жди. Смена цели, секунда. Я за кинетиками вообще не смотрю, так что все на вашей совести. Вот, воронка возле миликов. Давайте, Герл. Талдарома захуярим. Да, до берсы упадет точно. Минута, две, три, может будет, но упадет. Две секунды келесит. Готовься там, сверки не проеби. Кто точечно бить умеет, идите туда потихоньку. Добегайте и бейте. Мистери, нажми раскол, блядь, ты хуяришь, пиздец, этого Талдарома. Ой. Милики пидоры. Хелло убила. Все пидоры, это. А если танку маленько? Вставалка есть? Танк. Да тихо, нахуй. Захильте Хелла. Фулл баф, каску, лапы, пристабав, по-моему. Чего вы, блядь, там распизделись? Я говорю, там на келесете просто 900 тысяч грамм, можно просто со сферами отойти, чтобы... Волна!
Ну да. В следующий раз отойдешь, хукмастер. Да, он не зыбко, но тут вихрь. А вы один хуй сдохли, нахуй. Призан, вставалку, захилить его. Взятый вообще, ну где твой портал? Топа, где ложный выпад, сука? Этот самый. Рави, стрессай топу. Мэтт Фокс, как передышку возьмешь взятого, ибо не рез. Рави стопу, Мэтт Фокс взятого. Взятого не быстренько. Кинетика упала. Внимание, блядь. Как дела у вас там? Резнули, вставай, взятый. Ты призраком, блядь, пиздец. Резнули, я теперь призрак. Что, сервер упал? Играем, нахуй. Кинетику помогайте. Не урните кинетику. Весь рейд отлетит. Хукмастер там. На фарла. Так. Ставь тотем, Гримзол. ДЦ гимноману. Мэтт Фокс, как улучшишь минутку, Гримзолу иннер закинешь. Равист по фарла иннер. Вадикон по иновену иннер. Синтек на свое усмотрение там, дашь. Келесит. Келесит. Отводи, хукмастер, черные сферы. РДД кинетику не роняем. Отводи подальше. Келесит объем, иначе мы хуй когда убьем эту хуйню эту. Смотри, сферы не проеби, хоть мастер новый. А только Равис за огром сходи, чтоб... Так. Да, там Равист. Ну, ему 200 тысяч еще догонять. Кинетика над боссом, блядь. Не проебите. Смэтфокс, с твоей стороны иди в кружок в свой встань, и там бей тут две кинетики, помогай. От боссов отойди отсюда. Все, возвращаемся, Валана робьем. Захиливаемся на фул, давайте. Кинетика, квадрат, помогите. Даю эту самую хуйню. Рейндж набирайте. Видите, этот пидор кастует, набирайте рейндж заранее. Захилить, стой на месте, кто там призван, не сдыхай. Больше не буду двигать. Через 10 секунд переведу немножко. Захильтесь. ХП, если мало вас. Вот тут ничего не дамажит, кроме этой хуни, что бегать нельзя и все. Бегают только, блядь, 5 минут. Да нормально. Еще экзекутка. Экзекутка еще. Попробуем, кули. Вихрь разбегать. Захильтесь сначала. Хава, захильте. Нахуй, я не успел. В ромбике сфера, там что, вообще никого нету? Вон она падает. Вообще всем похуй. Откинуло просто. Я понял, блядь, это называется всем похуй. Еще два тела у нас вылетели, нахуй. Не, мы все убиваем, все проходим. Давайте, ладно, ляжем, нахуй, люди вылетели. Ложитесь, вставайте. Давай пробовать. Стопайте хил, давайте заново. Берса 4 минуты. Еще, блядь. Стопайте хил, вставайте спиной, блядь, заходите в лужу там куда-нибудь. Бегайте без остановки, падаем. Все, сферы давай, забираем с него. Ложимся нахуй. Два тела вылетели, блядь. Ладно, фарл тогда поменяй, на работу пошел. Давай. Кто там есть на замене у нас? Был там кто-то, нет? Или никого уже не осталось? Да Вакин, он хант, нахуй. Будет бить кинетику вместо Вадикона, нахуй. Так, кого-то в хила надо ебануть, а кого ебануть хила? Хэлла, что ли? Да, можешь, если надо. Еще и кинетику при этом бить, да? В хиле. Сможешь?
можно попробовать. Там типа нехуй делать, тем более форму не надо менять как друиду. Ну, надо кого-то еще будет назначить. Ну, Давакин у нас в звездочке будет. Мэтт Фокс также в кружке, а Хэллов в ромбике. Ну, на ромбик Локи посматривайте. Давай ты взятый на ромбик посматривай, на сторону ромбика, где Хэлла. Он в хиле, как бы, если что, сейвишь его там. Я просто там это понять еще не могу. Вот РДД, да, они вот, блядь, встали именно нахуй, в одном кемпе, блядь. А почему вы не зайдете на пьедестал, там у стены постоять, побить? Вас, если что, вихрь там не заденет, вы там будете стоять и бить. Просто мы стоим, как бы, и кинетику бьем, и вы еще рядом подходите, нас откидывают. И я говорю, иду 16 стаков, у меня сверху по голове десятка приходит. Вы рассоситесь по площади. Давайте шкаф. Как только вихрь просто появляется.